нахожусь в городе Сплит, Хорватия. Ну вот набережная. Вот море. Мы, конечно, спешим, потому что такое впечатление, что скоро будет дождь, может быть, даже очень сильный. Вот пешеходная улица. Конечно, здесь замечательно. Там вот тучки. Море. Море. Красота. Пальмашки. Пальмочки, пальмочки. Вот люди здесь. Все гуляют. Очень много немцев. Очень много. Конечно, красота необыкновенная. Это что там? Действительно пахнет морем. Я повторюсь о том, что на севере Хорватии, когда мы приехали, то есть вообще никакого запаха не было. Во всяком случае, для меня, то есть вот это вот морской такой соль, рыба, которая переплелась, я не чувствовала вот этого вот запаха. Я не чувствовала. Хотела бы рассказать о том, что вот люди здесь очень доброжелательные, очень улыбчивые. Когда слышат русскую речь, улыбаются. У нас очень много слов, которые переплетены, одинаковые. А, как хорошо, даже не представляете, как замечательно. Пальма меня просто впечатляет. Вот. Так, потеряла мысль. Ну, в общем, я в расслабоне в таком. Здесь, конечно, очень красиво. Идем смотреть. Вот замок есть. Я так думаю, кафедральный собор. Они во всех городах. Больших, особенно крупных. Но, повторюсь, Хорватия... За все нужно платить, за любое посещение, за любой музей, любую церковь. Все здесь платишь, 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 повсюду платишь. Ну, вот я думаю, что мы уже приближаемся, вот там что-то уже показалось. Вот видите, крестик, вон там вот такой крестик. Да, вот. Так что за все нужно платить. И они как бы вот любят, когда много платишь. Ну, кто не любит деньги? Да, наверное, тот, кто их не видел никогда. Поэтому здесь, конечно, очень здорово. Есть даже питьевая водичка. Вот. Ну, ладно, мы идем дальше. Дальше будет видео. Вот смотрите, какая интересная вещь. Это вот древнее сооружение, которое потом застроилось. Как я всегда удивляюсь, как древние люди вот такие вот кирпичики могли не только как бы строить, но и поднимать их на верхотуру, тем более обрабатывать и делать их ровными, одинаковыми. Ну, повторюсь, так очень красиво, просто гениально. Во всяком случае, для меня. И мы входим в город, древний, старенький. Ну, естественно, здесь вот такие вот маленькие улочки, как обычно, с маленькими окошечками. Все это было строено уже потом. Вот, я думаю. А вот это было построено раньше. И потом, видите, достроено. Но это мой взгляд. Может быть, я и ошибаюсь. Навязывать своего мнения абсолютно не худшего. Ладненько. Ну, вот опять. Так раньше все одевались. Это была мода. Приглядитесь. Ничего не напоминает. Ну, хорошо. Иду дальше.
и так, ну, молодые дома перемешиваются со старенькими, с гербами. Старые стены. Вот такие вот. Перемешиваются с новым искусством. Конечно, все замечательно. Ну, как говорится, мы сейчас умеем строить. Да, ну и рушить, конечно. И опять наполированные плиты. И красивые, красивые древности. Но я иду дальше. Так, что же тут снимают? Наверное, очень красиво. Ну, вот, представляете, как строили? Весело. Ну, мы идем дальше. Миленькие кафешечки. Уютненькие. Есть неуютненькие. А вот, смотрите, какая красивая арка. Вау-вау-вау. Ну, естественно, кафешечки, заплетенные во всех. Милые дворики. И вау, что-то такое страшное. Ну вот. И вот так красиво. Конечно, очень красиво. Что говорить. Вот так строили. Зачем, непонятно, но так строили. Мне, конечно, современному человеку понять это невозможно, но, наверное, так оно и как бы должно. Вот видите, проходим арочку, люди здесь сидят, кушают. Это сломано. Сломанная часть. Идем дальше. Ну, уже вмешался в цивилизацию. Поставили охладители, кондиционерчики. Но жизнь такова. Вот я думаю, наверху там уже никто не живет. Идем дальше. Идем. Куда идем мы с питочком? Большой секрет. Ну, в принципе, все однотипно, но интересно. Здесь уже достается песнопение. Замечательно.
Ну, конечно, это очень красиво. Это колокольня. Пандашон. Ну, в общем, башня. Ну, вот почему они здесь делают? И что они здесь делают? Кто их сюда поставил? Зачем их сюда поставили? Ну, ладно, львы привычное дело уже. Но чтобы сфинкс сюда положить, это, конечно, очень интересно. Так, ладно, это я сейчас чуть-чуть попозже покажу. Сейчас уменьшу. Конечно, очень интересно. Еще раз покажу, это такое, это и вот красавчики тут такие вот стоят, позируют. Ну да, ну да. Весело. В общем, я спускаюсь. Люди вон еще что-то засматриваются. Тут еще какие-то ступеньки вниз. Ну, ладненько, посмотрим, что будет дальше. Ну, вот если посмотреть, там какая-то улица идет дальше. Не знаю, пойду я туда или нет. Ну вот, видите, взяли так кирпичик, пушиночку. И положили. Но я считаю, что здесь еще как-то все не раскопано. И что-то много закопано. Вот по поводу закопанности, вот мое подтверждение. Это пальма. И вот эта пальма, она растет внизу. А потом строили, достраивали, пристраивали. Поэтому здесь еще копать и копать. Я думаю, кто-то и что-то закопал. Я думаю, что город находится все-таки внизу. А уже потом были настроены вот эти домишки. И стены были намного выше. Вот оно, морюшка, вот оно, вот оно. Дальше идем. Он идем дальше. Заглянула я в ямку и нашла я ванну. Вот такая ванна. Прикольно, правда? Вот так вот купались, а там водичка вот сливалась. Здесь, конечно, я не вижу, что происходило. Представляете? Вот так. Вот так сначала строили. Потом достраивали, достраивали, достраивали. Видите? Потом все это опять возводилось, возводилось. Да. И вот обращаем внимание, какие тут двери, да? Тут девушку видели. В общем, мне тут подсказали, что нужно надеть наушник, чтобы меня лучше было слышно. Вот, посмотрите, какую красоту я нашла. Мозаика. Так, кто работает с русскими рунами, должен как бы кое-что здесь увидеть. Сейчас приблизим. Туда подальше. Вот эти узелки. Ну вот, и вот они здесь. Красотуси. Красотуси. Графика, мозаика. Так.
Теперь понятно, почему тут легионеры стоят. Потому что, ну, кто мог так это красиво делать? Ну, конечно, только римляне, да? Но мы-то знаем, кто такие были римляне. Но мы молчим. Кстати, там другая графика. Ой, мозаика есть, сейчас покажу. Очень красиво, но обидно то, что нет защищенности. Ни под стекло не положили. Здесь вообще кидают мусор люди. И я так думаю, вскоре все это похерится. Извините за такое красивое слово. Ну ладно, об этом мы будем говорить, как говорится, в другой истории. Вот хотела бы обратить ваше внимание вот на эти вот камни. Вот, и они как-то вот такое ощущение, что вулканического происхождения. Но это мой как бы взгляд, еще раз повторю. Давайте посмотрим, как строили. Вот такой кирпичик маленький. И внутри вот такие маленькие камушки. То есть вот это я считаю как вообще как облицовка. Да. Но все равно красиво. Вот видите, какие камушки. Ну как ты вот, как, сколько людей нужно для того, чтобы его как бы поднять. А вот квадратик. Ну как, вот, зубилом молотком можно вот так вот, вот квадратик сделать, вот такой вот дырдочку. Да, смешно, да, очень. Ну вот это красота такая вот с этой стороны уже. Конечно, очень красиво. А вот, смотрите, построечка такая с арками. Вот такие вот булыжники. Вот эти вот булыжники, вот они вот, вот камушки такие, видите, как они уложены. А внутри мелкие камушки. Есть вот повреждение вот такое, а? Ведь если это камень одинаковый, да? Это что, пульки? Что это? Непонятно, конечно, почему какие-то были разрушены, а какие-то не сильно разрушены. Вот. Такой камушек возьмите, поднимите. Вот так вот его обработайте красиво и положите. Ну вот арочки для депортации. Да, очень красиво. Но не откопано еще много что не откопано. Вот это вот все копать и копать, но никто этим не хочет заниматься. И вот я, видите, вот это вот уже достроено. Это не недавно это все сделано. Разные эпохи, разные. Ну ладно, поехали дальше. Ну, кто умеет читать? Доминикашка, Сква и Самостан. СВ Святой Катерине Александрийский. Кафедраль оф Александрия. Да, вот так вот, вот такой маленький домик. Вообще люблю, когда кому-то чего-то посвящают. Большими, конечно. Такими вот. Видите, это мы. Раньше была другая цивилизация. Ха-ха-ха.
обошли всю эту крепость. Вышли, конечно, в другую сторону. Здесь красиво. Такие деревья, парки. А вот красивая такая вот. Конечно, очень красиво. Много энергии. Особенно у меня. Особенно, когда видишь то, что многие не видят. Вот, например, что здесь было построено, что здесь было уже разбито. И вот такой памятник. И, конечно, крестик, который положили, показывает нам все четыре стороны, откуда можно было телепортироваться. Но это опять мое видение, никому не навязываю. Ну, за кустов я увидела вот таких легионеров, красивых мальчиков, которые охраняют вход. И вот, если мы присмотримся, та-дам, вот, да, так строили, потом так надстроили. Потом это вот так вот говорят, одна эпоха, другая эпоха перекликается. Нашли, подстроили, застроили, написали, мы тут построили. Ну вот видите, и мужа ноги все стерли. Не знаю зачем, но я вот не чувствую здесь сильную энергию. Поэтому тереть пальцы другим не буду. Ну что, вот. Вот это вот уже более интересный фонтанчик. Ха-ха-ха. Да. Ножки помочить. Центр Златоврата. Очень красиво.
А вы посмотрите, какой журавлик. Вот он какой красивый, с мечом. Но тут, как говорится, ничего личного. Просто так. Ну и мы, как говорится, все дороги идут в центр. Мы опять пришли в центр и хотим пойти в подвал посмотреть. Так что сейчас пойдем в подвал. В общем, все тебе удобства. Вот это зря делают. Сложно потом будет разорвать, если не найдешь ключик. Вот он наш подвальчик. Я так понимаю, он ведет к морюшку. Ну, а здесь вот так. Так строили. Да. Вот если это окно, то оно заложено. Если это дверь, как к нему нужно подходить? Ну, по идее. Что-то нехорошо здесь мне, во всяком случае. Так, ну что, будем запрещать забор энергии. Вообще интересно. Такие вот наряды. Ну и вот вход. Естественно, нужно заплатить. Здесь можно купить единый тикет. Правда, я не смотрела, сколько он стоит. И после этого... После этого можно ходить везде. Вот это и есть тот город. Вот здесь мы ходили, но здесь уже все разрушено. Вот это вот мозаика, про которую я вам говорила. Так. Не, ну конечно, красиво, что говорить, красиво. И с той стороны красиво, с этой стороны красиво. Они молодцы. Ну и вот ворота на выход. На выход.
И та-там! А вот она, красота, красота, красота. Какой сюрприз, какой сюрприз. Да, руки остались, все остальное исчезло. Вот уже отреставрировано. Уже отреставрировано. Все блестит, все чистенько. Вот такие колонны тоже вот они видели в Италии, в Венеции. И вот все в готической стиле. Окна. Такие улочки. И вот опять эти окна интересные. И вот под углом, чтобы крепче стоял. Да. Очень интересно. Что-то большое меняется на что-то маленькое. Домики красивые, улочки красивые, площади красивые. Такой домик интересненький. Это все очень интересно.